Улицы словно после бомбежки. Разрушенные асфальты, ямы. Так выглядят дороги на Старой Почте в столице. Проживающие в микрорайоне люди уже и не помнят, когда их последний раз ремонтировали. Так выглядят улицы Криулень, Ливио Дамиан и Молдавица. Ну, после праздника, да. Посмотрите сами, что тут не пройти, не проехать получается. Отчасти, говорят местные жители, в плачевном состоянии дорог виноваты и рабочие АП-канал Кишинеу. Посмотрите сюда, вскопали, бросили и нет их. Проехали здесь на большом тракторе и все так и осталось. Плохие дороги не единственная головная боль людей. Им приходится терпеть и неприятный запах, идущий с незаконной мусорной свалки, расположенной в нескольких метрах от их домов. Местные жители говорят, что не раз обращались за помощью к властям, но безрезультатно. Дороги такие вот уже много лет с тех пор, как провели канализационную систему. К тому же есть и эта свалка. Мы писали в мэрию, но никаких мер они не приняли. Представители претуры сектора Рыжкановка обещают, что в ближайшие дни наведаются на место с инспекцией. К сожалению, последние десятилетия не уделялось должного внимания второстепенным улицам и улицам, которые находятся в частном секторе. Мы выйдем на место в понедельник с шефом секции локатив коммунал, постараемся предпринять меры, оценить объем работы и зачистить территорию. А в мэрии заявили, что ищут средства на ремонт дорог. По расчетам властей, восстановление каждой улицы обойдется примерно в 5 миллионов леев. Пока таких денег у муниципалитета нет.